Добрый вечер, Россия, в прямом эфире. Знаете, после каждого нашего выпуска, посвященного событиям на Украине, я слышу от одной части украинцев благодарность, а от другой – обвинение в том, что мы говорим неправду. Я хочу спросить, в чем? Мы выслушиваем здесь, в студии прямого эфира, истории людей, переживших ужас сегодняшней власти Майдана. Мы показываем страну, такой, какая она есть, ничего не прибавляя. Ну вот за правду пострадал и наш с вами коллега из Запорожья. Он с трудом смог приехать сегодня к нам в студию в Москву. Он добирался очень сложно, кривым путем. Артем, что случилось с вами? Кто вам угрожает? Кто объявил охоту на вас? И за что? Ну, для начала, очень коротко о ситуации, которая у нас сложилась. Не вся информация, к сожалению, доходит до вас. Помимо майдановцев, у нас еще появляется махновщина. У нас вылазят всякие рейдеры, бандиты и все остальное, и прикрываются идеями Майдана. То это есть... правда. Завод Немира вчера же разгромили под это дело. Чисто рейдерский захват под видом каких-то революционных... Абсолютно верно. Да. То есть вот у нас в Запорожье 3 человека бегали с автоматами, грабили людей. Когда их задержали сотрудники милиции, вот как вот эти вот ребятки, они что-то там с груди подняли, сказали, Майдан, нас не трогать. У нас такие полномочия, что мы можем разоружить вас. Благо дело, наша милиция оказалась при памяти, все-таки людей припроводили. Место, где они сейчас будут там... Революционный матрос. Ну вот мы видим, проходила информация, что ваша машина, машина главного редактора газеты «Искра» была сожжена. За что? Да, ну как за что? То есть у нас есть такой очень интересный момент. Сплошной поток лжи утомил людей до такой степени, что они ищут любую возможность услышать правду. Как только какое-нибудь средство массовой информации начинает говорить объективные вещи, оно тут же начинает наращивать тиражи, тут же начинает собирать аудиторию и так далее. Но нужно понимать, что люди, те, которые сегодня пришли к власти, это хунта, они вложили огромные деньги, они не хотят их терять. То есть любой информационный прорыв, будь то социальная сеть, будь то интернет-сайт, газета, телеканалы, что бы то ни было, оно мешает этим людям насладиться победой и получить те финансовые потоки, за которые, собственно, они сражались. Не за благо людей. Больше того, все каналы, вот здесь много звучало, пятый канал передает тот. Мы знаем, что пятый канал, это канал одного из спонсоров Майдана, Порошенко. Сегодня же, насколько я знаю, в России зовут. То есть это, можно сказать, такие олигархические войны информационные. Да, это не украинская гласность, а олигархическая гласность. К украинцам не имеет никакого отношения. Ни Савик Шустер, который, насколько я знаю... Скажите, они не в Киеве, что ли, сидят? Как они не имеют отношения? Которые не являются гражданином Украины. Поэтому, пожалуйста, уважаемые россияне, русские, вы знаете, украинский народ вас любит, вас ненавидят олигархи. Так как, они ненавидят и украинцы. Всю эту мразоту, что, второй Майдан собирается правильно. Вот я вам говорю, что будет следующий, настоящий народный Майдан. Это только начало, поверьте мне. 23 года они нас гнобят, эти олигархи. Они нас все высосали. Вы не представляете, что творится с нашим народом. А вы поддерживали в 2004 году такой же Майдан? Какой такой же? Точно такой же Майдан в 2004 году. 23 года мы учимся. Третий антиконституционный... 23 года. Дело чести. Чести сейчас для украинцев сделать настоящую революцию, этих кровопийцев послать к чертовой матери. И придут новые, чтобы пришли новые. И все, и мы это сделаем. Сергей Александрович, можно ли сделать вывод из слов Виктории, что эта власть тоже ненадолго, которая сейчас себя властью называет? Она ненадолго, и вы поверьте мне, люди будут объединяться и на Востоке, и на Западе. Было бы очень здорово. Помяните мое слово. Было бы очень здорово, если бы это было оправдано, но, к сожалению, мне кажется, все-таки инициативу захватили откровенные радикалы, которые запугивают людей в абсолютно зверском стиле. Как всегда, я боюсь, что бывает, люди боятся, к сожалению. Это история. Главная проблема, к сожалению, состоит в том, что украинцы все это воспринимают. Эти 23 года они воспринимают такую идеологию и молчат. Вот в чем проблема. Их действительно убедили в том, что так правильно жить. Это большая и серьезная проблема. Борис, теория, Борис, я прошу прощения. Говорит ровно об этом. Всегда господа. Ложная информация господа. Рано или поздно рассеивается. Если мы вспомним первую кампанию Виктора Ющенко, то когда были включены бешеные информационные и финансовые ресурсы, удалось зомбировать украинцев. Но через полгода его рейтинг слетел, как весенний снег. Но когда жрать-то не правда, просто со временем всплывает, конечно. Вопрос, да, Артем, господа, эту войну, господа. Если времени осталось, да. За русских. Если Россия, я прошу прощения, можно я все-таки скажу? Артем, да. Да, я буду говорить. Спасибо. Значит, вопрос заключается в том, что
как раз таки сегодня олигархи и радикалы — это одно и то же. Угу. У одних чистая совесть, у других чистые руки. Поймите, я выступил против радикалов, и меня тут же начали травить средства массовой информации, проплачиваемые нашим местным водочным олигархам. Вы его тоже в России знаете. Это водка Хортица, Евгений Черняк. Все средства массовой информации у нас в регионе принадлежат ему. Как только мы начали выходить в эфир, как начали говорить на площадях, так, те вещи, которые люди действительно считают и так далее, мне спалили машину. Все средства массовой информации начинают клеветать на меня. Сейчас формально я нахожусь в розыске за какие-то 83 копейки. То есть травля со всех сторон. Угрозы в социальных сетях. Травля журналистов. А как сами люди, которые все это читают, украинцы, как у них отношение к информации? О том, что было в Крыму. Я работал практически с начала кризиса и видел, как меняется отношение к журналистам. С самого начала всех людей, все пытались рассказывать правду, все работали совершенно в равной. И в определенный момент люди, которые смотрели киевские каналы, начали обвинять всех журналистов в том, что, в общем-то, мы все врем, все говорим неправду. Это наблюдалось даже на блокпостах, например, где вначале приезжали, нам давали совершенно спокойное интервью, фотографироваться, разговаривать. Через день нам стали говорить: нет, ребят, спасибо, мы не хотим с вами общаться, потому что появилась информация, что мы берем деньги за проезд машин. То же самое было, в общем-то, в городах, что неправильно освещается, где-то какие-то русские штыки. Я, кстати, был на референдуме во многих избирательных пунктах, не видел там вообще ни одного вооруженного человека. Даже полицейские, которые стояли, кстати, не внутри, а на улице. Но отношения не стали меняться к журналистам. Да, и это было очень печально. Люди не верят уже никому там, к сожалению. Ну вот журналисты с Симферополя, Севастополя, из Крыма. Николай Юрьевич, тяжело сейчас? Достаточно тяжело, но мы находимся немножко, вот если я говорить о себе, в привилегированном положении, потому что газете «Крымская правда» недавно исполнилось 95 лет, и мы все 23 года ведем эту войну партизанскую, и мы защищаем Крым. То, о чем вы говорили, идет война уже давно для вас, да. То есть, да, действительно, но что касается других СМИ, более молодых, конечно, безусловно, работать им стало тяжело, потому что нет доверия. Но нет доверия именно потому, что, по большому счету, коллеги сами это заслужили. Просто... Дело в том, что если вы откроете сейчас сайт, на котором моя почта работает уже больше 10 лет, и почитаете заголовки, это Mail.ru. Да. Обратите внимание, какая подача. Слава богу, вы вышли из подполья. Слава богу, действительно, что вы можете говорить правду теперь. Вы знаете, Борис, эта информационная война ведется не только на Украине, она ведется и в европейском пространстве. Мне много приходится давать интервью западным СМИ, они берут интервью, потом ко мне подходят и говорят: Сергей, но мы лично поддерживаем Путина, Россию, они абсолютно правы. И мы не согласны с тем, как наши центральные офисы подают эту информацию. Люди это сердцем подходит западные чувствуют журналисты правду, как чувствует ее и великий художник, кинорежиссер Эмир Кустурица. Вот что он сказал, увидев Майдан. То, что сейчас происходит на Украине, это большая-большая сцена, в которой сейчас практикуются различные техники производства кино. Например, берете много шин, поджигаете их, получаете черный дым. Есть люди, которые заходят с разных сторон, которые хорошо натренированы. Есть снайперы, которых завозят извне. Есть люди, которые все это организовали. Поэтому, когда вы включаете телевизор, вы видите этот черный дым, огонь, стрельбу. И когда вы сравниваете это с самыми популярными фильмами, то здесь, в первом варианте с Украиной, гораздо больше влияния. Это очень печально, но правда. Поэтому мне кажется, что некоторые западные политики, лидеры, гораздо лучшие режиссеры, чем я. Печальнее это еще и от того, что Майдан — это не кино, это жизнь. И там живые люди, в которых целятся не только пулями, но и пропагандой. Оружием не менее опасным. Спасибо вам большое. До свидания.